Всем привет, с вами Star Chaser, и вы смотрите мой Just Play канал. Я продолжаю проходить игрушку по названием Saints Row 2. И как вы помните, прошлая серия закончилась на том моменте, когда я не знал, куда мне точно ехать. Либо на миссию, либо на крепость. Ну, я вот решил ехать туда, где поближе. Сейчас мне должны позвонить и сказать, что типа на территорию нападают. Что нам делать, господи, помогите. Где-то территория-то вообще. Туда я поеду потом. Я сейчас выполню крепость, пожалуй. Так как она ближе всего ко мне. Так, мне позвонила одна из танцовщиц Technically Legal и сказала, что у них проходит холостяцкая вечеринка Ронинов. Эти косоглазые лапают наших девочек. Ха. Пора надрать пару желтых задниц. Да, вот это самое то. Это самая любимая, наверное, одна из моих миссий. Тупо пойти всех поубивать. Что может быть лучше? В этой игре это смысл про то, что мы всех убиваем. Тем более, что здесь делают бабы Ронины? Они тоже любят лапать девочек? Лесбиянки, что ли? Чего вы не хотите помирать? Вот вообще ни в какую. Стреляешь, и они не дохнут. Так, а они там. Девочки, успокойтесь, я вас не трону, надеюсь на это. Ой-ой-ой-ой. Мозги размозжил. Этому тоже. Или этой. Не, этому, скорее всего. Что я хедшоты всем ставлю? Ну, конечно, это не то чтобы плохо, но как-то... Проскил! Лаги бы еще как-то исчезли. Потому что, ну вот откуда здесь? Чему тут лагать? Вот непонятно, да? Ах, сраная оптимизация. Парень, ты чё такой живучий оказался? Ага, думал, я не знаю, что ты здесь. Но стрельнуть он успел. Похвально. Ой, извини, я тебя убил? Нет? Да вроде живая. Ничего. До свадьбы заживет, как говорится. Опа, еще пацаны приехали. Это было бы слишком легко, если бы я сейчас вот зашел бы тут всех поубивал, да? А нет. Парень. Что с тобой? Посмотрите в его лицо. Безысходность такая. И еще закрывает себе самое важное. А ну, подождите. Его можно ударить, нет? А, о... Такое тело, блин. Ой, господи. Баги на багах, лаги на лагах. Так, куда идти? Очевидно, в самый низ. Так, тут нам нечего ловить. Здесь опять пацаны появились. Там музычка какая-то играет, такая таинственная. Такая вау. Чё, прикольно такая музыка. Я в таком клубе даже потусил бы. Полапал бы танцовщиц. Фак, откуда у вас столько здесь? Черт! Черт! Беги, Форест, беги! Фак! Какому дебилу дали ракетницу? Еще все к черту лагает! Что за... Иисус! За что мне все это? Да черт! Козел! Стреляй, мать твою! Я не хочу провалить миссию каким-то китайцам. Чи японцам. Блин, они все на одно лицо. Вот тут эти цели поуничтожать. И все будет нормально. Миссию засчитают. По крайней мере, я на это надеюсь. Надо парня с ракетницей вынести. Он самый опасный здесь, в данной ситуации. Черт! Нет, не умер! Блин! Фак! С самого начала. Are you fucking kidding me? Bitches! Fuck! Fuck you, man! Какого хрена я должен проходить эту вонючую крепость заново с самого начала? Иди в жопу, ублюдок. Сука.
Все, успокоился более-менее. Давайте еще раз попробуем. Я бы не против, но то, что оно лагает, и не хочется играть в это два раза. Вот это вот большущий минус этого. Причем патроны не сохраняются. И опять эти ребята бессмертные здесь. Да умирай, у меня еды... А, не, есть. Надо же. Отдыхай. Сладких снов. Скотина. Ну за что мне это все? Даже ничего говорить не хочется. Тупо обида такая большая сейчас. Патроны. Вот именно обида сейчас. За то, что ты тут тратил две или сколько там минут времени. Кстати, сейчас другой какой-то противник. Там был лагающий в воздухе мужик. Он, наверное, левитировал, медитировал там, не знаю, что он там делал. Короче, ломаем все ноги. Да даже сломать ноги и спуститься по-быстрому нельзя. Ну что за... Твою мать. Вот именно что, фак! Что с вами всеми тут случилось? А чё маркер там сверху? Не понял. Типа не засчиталось, что я вышел или чё? Или типа наверх? Зачем? А, вот в чем глубинный смысл. Я выбегал наружу, а тут оказывается вот такое дело. Тут типа все гораздо проще. Учитывая, что у меня еще и снайперская винтовка. Только вот лаги совсем не радуют. Где эта сволочь? С ракетами. Оп, мимо, мимо. Промазал, промазал. Лошара. Не понял. Чутко в голову уж прицелился. Вот и все. Ну вот и все, ну вот и все. Прям как песня шансона, да? О, оказывается, такая легкая миссия. Я там выбежал, начал как Рэмбо раздавать всем в щи. Еще и получил ракетницей прям себе в ноги. Ракета угодила мне в колено, я перестал быть настоящим чуваком из Saints Row. А сейчас у меня такой вот выбор. Либо упасть и сломать себе ноги, или... Ого, как ты это сделал? Либо упасть и сломать себе ноги. Нормальный выбор был. Вон там мотоцикл есть как раз. Кстати, удивительно, что я выжил. По идее, я должен был помереть. Так, да, у нас тут территория захватывает. Надо быстренько ехать и ее отбивать. Как мы поедем? Почти по прямой. Окей, поехали. Поехали отбивать территорию. Мне кажется, и так я уже дофига времени потратил на этой крепости. Так что времени, может быть, на миссию не хватит. Хотя, ну, скорее всего, я еще и миссию пройду. Что это было? Ну ладно, неважно. Скорее всего, я пройду сюжетную миссию еще. Ну блин, ну почему так лагает? Это жесть же. Интересно, если я буду фрапсом снимать, такие же лаги будут? Кстати, в следующий раз попробую снять фрапсом. Если не так будет лагать, тогда, ну, не знаю, возможно, я переключусь на фрапс. Потому что, по идее, вот эта вот программка, которую я сейчас снимаю, если для кого-то секрет, то я снимаю программой Open Broadcaster Software. Она довольно классная тем, что она сразу снимает видео и сжимает его. То есть я могу, ну не знаю, ну в день хоть по 10 серий делать. Но почему-то вот... Чёрт. Вот из-за лагов нарвался на полицию. Но почему-то вот именно Saints Row 2 вообще негативно реагирует на эту программу. Ну я не знаю, как на Фрапс она будет реагировать. Но возможно Saints Row 2 вообще на все негативно реагирует. В частности на персональный компьютер. Неважно. Вообще, попробую я снять фрапсом, если нормально будет, попробую фрапсом доснимать уже прохождение, добить это. Тут его осталось-то совсем чуть-чуть, вот осталось ронинов завалить.
и немножко с ультором покуражить. Ну и все, в принципе. Не так уж и много. Тут где-то уже процентов 80 компании прошел. Или даже больше. А ну сейчас посмотрим даже, чтобы не соврать. Нет, нет, нет. Сохранить игру. 55%. Ну мало как-то. Но это, наверное, еще с подработками учитывается. Потому что не может быть. Осталось тут совсем чуть-чуть. Осталось отца вот этого чувака японского завалить. Ну и по сути все. На этом все закончится. Весь фарс. Так, ребятки, у нас в этом спартанском магазинчике, который, кстати, надо бы сейчас купить. Почему бы и нет? Бай Джов. Я купил Джова! Кто смотрит его видео на Ютубе? Теперь все, Джов моей власти. Отдыхайте, ребятки. Так, идите к следующей группе лейтенантов. Пацан, пошли со мной. У тебя оружие есть? Есть, нормально. Так, от этих узишек вообще никакого толка не будет. Да, где мой тут мотоцикл? Чё мне за оружие? 10 патронов на пистолете. Прискорбно. Парень, садись, погнали. Прискорбно то, что сейчас лагает просто дико. Не знаю, сколько у меня FPS, так как эта программка, которую я снимаю, не показывает количество кадров. Можно было ради прикола, наверное, включить Fraps и чисто для статистики. Вот Fraps показывает, сколько FPS. Там, ну, 100% будет не больше 15. Просто я уже знаю примерно, как игры лагают. Эх, как это надоело, если честно. Те лаги. Комп-то мощный, а все равно лагает. Все, убили. Погнали. Мотоцикл без меня куда-то уехал. Парень, садись на мотоцикл, погнали. Под четкую музяку. Вот единственное, за что Saints Row хотел сказать быстро. Единственное, наверное, из-за чего Saints Row можно любить в такой лагающей ситуации, наверное, из-за саундтрека. Потому что саундтрек, в отличие от видео, составляющей этой игры, не лагает. Если бы еще и музыка здесь лагала, это было вообще, наверное, не знаю, фейл года. Все, ребятки, отвалите от моей территории, дайте мне денег еще. Черт, почему деньги не дали? Или дали, но как-то не прогрузились, они, не знаю, не прорисовались. Так. Такие у нас пироги сейчас. Давайте быстренько сгоняем на миссию, выполним еще миссию и все, на этом завершим. Погнали. Сейчас разберемся, чувак, погодь. Воу-воу-воу-воу-воу, аккуратненько. Я помню в GTA 4, когда так летишь на мотоцикле, это все, это считай обречен. Потому что сейчас вылетишь. Быстренько. Так. Насчет третьей Saints Row, кстати, хотел еще сказать. Я не знаю, буду ли я ее проходить, не буду. Я там с Антоном пытался записать прохождение, но так как у нас не получается по ней прохождение записать, то у него нет времени, то у меня нет времени, то, не знаю, то нам не хочется в нее играть, и мы играем во что-то другое. Если уже дело про игры пошло. То есть вот как-то, блин, хватит лагать. То есть как-то так у нас время в разнобой идет, в принципе, я не знаю. В одиночку я в нее проходить не особо-то хочу. Потому что игра более угарная, чем вторая часть. И я не вижу смысла ее проходить в одиночку. Но если, не знаю, если вам уж захочется, вот зрители, чтобы я прошел ее в одиночку, то, ну, напишите в комментариях. Да и вообще не скупитесь, пишите комментарии. И вот под каждым видео хотя бы по одному-два комментария можете оставить. Типа, вам понравилась серия, не понравилась, что там у меня не так было. Сразу говорю, лаги я убрать никак не могу, потому что это минус разработчиков, Volition. Они сделали так игру. Я ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. Компьютер у меня не слабый, у меня игра это без записи, в принципе, в районе 30 FPS тянет, но с записью это просто, видите сами, жесть какая-то. Не знаю, пишите что-нибудь вообще там. Привет! Что
something to an old buddy of yours who was looking for you. Who is it? You can see for yourself in a few minutes. You brought him here? How do you know this asshole isn't trying to kill me? Please, I would never kill my favorite assassin. Ты кто еще такой? Mr. Wong. This guy used to have me running around killing guys in hot dog suits. I'm quite pleased to hear about your survival. I'm here to give you my thanks for killing Kazuo Akuji's son. You know Akuji? Akuji? Akuji and I have a long history. Он по-китайски, кажется, говорит. Типа, как я понял, это какой-то Вонг, он не поделил с Ронинами что-то. Is that? Were you followed? Shit, I don't know. He was fucking followed. You aren't gonna believe this. A bunch of Ronin goons are coming this way. Well, yeah. You ready for this? Так с удивлением. Ну да. Че, ребятки, давайте покажем. Давайте покажем Ронинам, где раки ночуют. О, наконец-то у нас на базе будет перестрелка. Кстати, а как они пробрались именно аж туда уже? Короче, убивайте их, ребята. Не, база у нас, конечно, четенькая. Помешайте Ронину взрывать крепление потолка. А, они хотят завалить это место. Ах вы, сволочи коварные. Где вы? Так где ты? Хватит самый карусель крутить, урод. Вроде здесь никого нет. А не, респятся постоянно ронины. Не дам вам замочить мою базу. Вы че, вы посмотрите, какая она красивая. Красавица просто. Отвалите. Да дробовик, ты вообще безнадежен какой-то. Безысходен, я бы сказал. Дофига жизни сняли, обалдеть. Охренеть, кто там с ракетницей? Вы что, обалдели? Совсем охерели. Уроды. Я вам дам мою базу уничтожать. Не внизу? Да и давай заходи. Где-то здесь, да? Побежали. А, я знаю, где это. Кажись. Нет, точно не здесь. Блин, да куда идти? Ага, да. Это внизу. Нет, это наверх. Это там, где начинается восстание зомби. Тут, кстати, можно поиграть в такой модус, как восстание зомби. И мы начинаем играть вот в этой локации. Кстати. Да вы чё, охерели своей ракете? Своим дырчиком тут стрелять, скотина. Чёрт! Только не огонь, только не огонь, только не огонь. Мы вот здесь вот начинаем, вот с этих дверей играть. Я, кстати, может быть, покажу в следующей серии, как происходит вот именно этот режим зомби. Не знаю, по настроению. Так скажем, да? Может покажу, а может не покажу, не знаю. Посмотрим. Я хочу в основном кампанию пройти. А не всякие второстепенные. Ай, черт, только не огонь, только не огонь. Твою мать. Блин, надо еще вспомнить, где сопротивление огню приобрести. Потому что оно бесит. Сколько у нас времени? 30 секунд протянем. Где? Где эта сволочь? Я вам дам уничтожать укрепление. Фак. Черт, а только не огонь! Ну ёб твою мать! Ну сука, можно! Запарили. Честное слово, а. Ой, нарко... Ой! Ой, наркоман! Акуджи, это кто? Это отец?
А, фу, я думал, у меня сейчас смерть моя произойдет. А нет. Эпично. Это было смешно. На тебе дробовиком в спину. Но это, мне кажется, последняя миссия или предпоследняя уже. Вряд ли это была последняя миссия. Ну, еще где-то миссии две, я думаю. Хотя нет, десятая миссия, вроде еще одиннадцатая. О, 25 тысяч дали. 43-45 районов. Нет, если смотреть по районам, тогда, думаю, две еще миссии. А, тут нельзя, надо выйти. Короче, вот здесь вот начинается Ой, где здесь? Вот здесь начинается восстание зомби. Мы вот здесь вот начинаем с группой выживших, которые с нами как бы бегают. Здесь вот рандомно валяется оружие, бензопилы, там всякие бейсбольные биты и прочая чушь. В принципе, интересно, там зомби разного типа, кстати, есть. Ребятки наши и здесь бегают. Вот это все бы место отреставрировать, а не только нашу базу. И было бы вообще, не знаю, мне кажется, классно. Тут очень клевое место. Вот почему в Алише не сделали возможность реставрировать здесь все. И причем не добавили такую возможность, как и покупка этой реставрации. Черт. Как покупка этой реставрации, это было бы клево. То есть мы там тратим собственные деньги, а не копим, как сейчас у меня, да? И постепенно вот это реставрируем. Вот это было бы клево. Ну ладно, на этом, думаю, все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание и пока!